Смотрите новости Большого округа на Ивантеевском телевидении. День за днем главные события, проверенные факты, информация из первых уст. Напомню, мы выходим в прямом эфире. Телефон студии 536-2048. Пушкинский округ после объединения с Ивантеевкой и Красноармейском – это 286 тысяч жителей. Десятки крупных промышленных предприятий, более 150 объектов культурного наследия, 50 учреждений культуры, здравоохранения, 5 высших учебных заведений. Наши журналисты расскажут о главном – интересно, а об интересном – креативно. Пень, который здесь торчал, создавал риск для здоровья детей и взрослых. Новости Большого округа ежедневно в 8 часов вечера и далее каждые 2 часа. По пятницам подводим итоги в недельном обозрении. Смотрите нас онлайн. Прямой эфир организован на сайте ifdefestv.ru и всегда самые свежие новости в наших соцсетях. Будьте в курсе главных событий городского округа Пушкинский.